Люди предания хранят, дорогие. Цельный, несшитый хитон выткала сыну Иисусу Мария в доме уютном своем. Очень усердно ткала и с любовью душу влагала в него. Может, поэтому люди жестокие не разорвали его. Не разорвали, хоть было привычным зрелище казни для них. Не разорвали, хотя был обычным вид одеяний простых. Цельную ткань без швов, что хранила рук материнских тепло. Даже суровость сама пощадила, не повредила хитон. Матери, вы направляете в жизнь сыновей, дочерей. В ткани заветные вы одеваете ваших любимых детей. Ткете не сшитую, ткете вы цельную ткань, как Мария Христу. Ткете с терпением, надеждой и верою светлость души, красоту. Ткете прекрасными божьими нитями ткань доброты и любви. И помогаете верной молитвою детям в путях их земных. В жизни не раз с ними зло повстречается, станет оно угрожать. Цельные ткани и ткани прекрасные будет готово порвать. Только добро в мире все же сильнее. В свете сокроется тьма, и разорвать по частям не посмеет ткань вашу злая рука. Так на Голгофе кому-то казалось, что свет во мраке исчез. Но воскресенье, победная радость весть принесла. Он воскрес. Краткими были часы ликования. Зла у подножья креста вновь, торжествуя свет Божий, сияет там, где была темнота. Матери, ваше усердие, ваши молитвы, труды, ваша любовь, ваша вера, терпение все даст святые плоды. Не уставайте в усердии вашем ткать ткань добра для детей. И приносите их Богу почаще в тихой молитве своей.